Винодельня Ричи Рич. Шато Сен-Фурни выиграло гран-при мировых вин в Париже. Может мне принять участие в этом конкурсе? Гран-при — это олимпиада среди винных конкурсов. Антон сказал, чтобы мы даже не пытались участвовать во французских конкурсах. Это твой год, я чувствую. Ты отправил мое пино-нуар на гран-при? И его приняли? Я не могу поехать в Париж, у меня работа. Поезжай в Париж. Осмотри достопримечательности, тебе это пойдет на пользу. Изабелла Ричи. Жак. Жак, как это по-французски? Да, я француз. Шато Сен-Фурнье выигрывало золотую медаль 5 лет подряд. Шато Сен-Фурнье — многократный победитель. Старая французская семья. Но мне кажется, они прошли свой пик. Мне очень понравилось прошлогоднее пино, месье Фурнье. Вы Морис и Жак. Братья Фурнье. В ближайшие дни мы оценим более 1000 вин из 40 стран. Я так и не попробовал еще ваше вино, но оно должно быть восхитительным, если его приняли на конкурс. И каков он? Само очарование. Он считается одним из самых завидных женихов Франции. Я приехала сюда не на свидание. Нет, конечно. Потому что встретить кого-то в городе любви такое никогда не случится. Попробовал ваше вино вчера вечером. Просто совершенство. Смелое и прекрасное. Никогда ничего подобного не пробовал. Знаешь, ты точно лучший гид Парижа. Париж, вино и романтика.